столице Чувашии подвели итоги исполнения бюджета за первые полгода и обсудили вопросы летнего трудоустройства подростков. Говорили и о работе городского хозяйства в период затянувшейся непогоды. За прошлую неделю в Чебоксарах выпало 85 миллиметров осадков. Дежурными службами проводился мониторинг прохождения ливневых стоков. Дожди большого ущерба не причинили. Оползневых явлений и разрушений не зарегистрировано. На этой неделе была всего одна практическая кровля, по нашим данным, на Одесском бульваре. Затопления, пожалуйста, не было. 1-2 числа на той неделе там, да, были. Доходы столичной казны за первое полугодие 2017 года увеличились на 19,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Бюджет Чебоксар по доходам исполнен в сумме 4 миллиарда 631 миллион 800 тысяч рублей. Налоговые и неналоговые доходы бюджета города в целом составили в бюджете города в сумме 1 миллиард 973 миллиона 600 тысяч рублей или 49,3% годового назначения. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы увеличились на 18% или на 303 миллиона 500 тысяч рублей. Налоги на доходы физических лиц выросли на 25% и превысили 800 миллионов. Земельный налог – 260 миллионов рублей. Рост – почти 35%. В числе актуальных вопросов – летнее трудоустройство подростков. За первое полугодие почти 3000 школьников и студентов работали на благоустройстве и озеленении территории города, помощниками рабочих профессий. Доход подростков складывается, значит, в двух направлениях. Это заработная плата, выплачиваемая за счет работодателя из расчета минимального размера оплаты труда 7500, материальная поддержка начисления службы занятости 1275 мы выплачиваем. Для работников от 15 до 16 лет это 5 часов, максимально они могут работать. Для работников от 16 до 18 лет 7 часов. Но часто рабочий день для подростков он может составлять 4 и 3 часа. Елена Гальперина, Олег Якимов, Республика.